Константин Фильм представляет. Государственным защитником Фабрицио Коллини назначается адвокат Лайнен. А в полиции уже давали показания? Давно работаете адвокатом? Почти 3 месяца. Вас ждет большое выступление. Не преувеличивайте. Он убил Хана Майера. Что? Маттингер, я с радостью опрошу также и другую сторону. Я вырос в этой семье. Ханс Майер был для меня как отец. Я защищаю убийцу Ханса. Но ты же один из нас. Ты не можешь защищать такого, как он. Я согласился стать государственным защитником. Отказаться теперь непросто. У меня к вам одно предложение. Просто заставьте Коллини сознаться. Господин Коллини, расскажите мне, что произошло. Вы знали, кем он был? Я знаю, кем он был. Он посоветовал тебе вернуться ко мне. Время тогда было другое. Честно? Дело Коллини. Элиас Эмбарак, Александра Мария Лара и Франко Неро в роли Фабрицио Коллини. В кино с 19 сентября.